Ну, я со 108 повернул в сторону Калуги. Ну, ехал километров 50, наверное, разогнался. И у меня такси с левой стороны оказалось. Услышал сзади хлопок, в зеркало посмотрел, там уже все, куча мала такая. И такси под меня залез. То есть он обгонял и не успел, получается? Да, но люди говорят, что он на обгон вышел. Ну, то есть меня на обгон и не успел. И столкнулся со встречной машиной. Ну, и целый, все нормально. Я, да, нормально. Там пострадали люди, да? Да, там женщина, по-моему, пострадала. Палец сломал на ноге вроде, перелом. А так все вроде нормально. Я двигался с Белоусова, в деревню Воробьи, с работы ехал. С горки я, как обычно, 100 километров ставлю на нейтралку и качусь уже накатом, вижу, знаю, что светофор. Дом у меня здесь рядом. Еду, и здесь колонна с машины идет. Видать, ремонтные работы ведутся и пропускают это самое. А уже подъезжаю недалеко к этой арке, из-за фуры выскакивает такси. Я взял вправо, меня немножко кинуло. Я снова вижу здесь бордюр, я на него заскочу. То, что около арки вот эти бордюры стоят. Думал, на него я заскочу. Я снова влево немножко взял, выровню машину. Меня повело, и тут справа у него фура. Спереди я еду. Ему некуда деваться. И вот у нас удар получился. Не прямой, а фару получилось в левую. И меня начало крутить. Тут сзади его, видать, вот мазь, вот эта маленькая малолитражка ехала. Я уже кручусь и вижу самое, что еще. И удар в этот бок. Меня снова дальше стало крутить. И вот остановилась, и вот женщина, машина стоит. Она сейчас показания дает, в больницу ее, наверное, хотят везти. Таксист выскочил. Как обычно, посмотреть надо, прежде чем обгон делаешь. А он выскочил, а я не ожидал даже такого. Вот. Получается, в «Шевроле» и там, и там уже за мной я не видал, что, как они фура собрала гармошку эту, всю остальную дальше. Понятно. Я уже не видел. И получается, эта маленькая «ВАЗ» врезалась, да, серебристая? Получается, сначала таксист выскочил, в него меня начало крутить, там, я не знаю, фура там его потащила дальше, еще. Я у меня крутила, я вижу уже вот эту маленькую. И она дополнительно мне второй удар сделала. Меня дальше крутить стало. Вот я тормознулся. Вы-то целы, все нормально? Я-то жив-здоров, слава богу, подушки безопасны. А так бы грудь разбила конкретно бы.